Сейчас я сделаю самый главный тест, пацаны. На 360 ебучих герц. Я могу убивать в щель. Что? Погнали проверим этот самый главный тест на 60 герц. Смотри, я поставил прямо сейчас 60 герц. И буду стоять точно так же. И посмотрим, смогу я попасть в тебя или нет. Давай. Давай еще раз. Смотри, просто легко. Ты у меня, конечно, очень лагающе пробегаешь, но попасть так же все легко. Я тебя не ваншотнул, да? Ну, пробегай снова. Вот. И сейчас сразу же попал. Это просто легко. Как я уже говорил, дело здесь только исключительно в комфорте. Можешь пробегать, если я готов. Я даже попадаю, разговаривая. То есть я даже не сконцентрирован на этой щели, я все равно попадаю. Ку-ку. Привет, с вами Шик, и я просто не могу оставить эту тему нетронутой. Говорю сразу, у меня лично нет никакого негатива Гитлайту, он классный пацан и ютубер. Но видео, которое я увидел недавно, и инфу, которую он там подал, неправильная, и проигнорировать ее я просто не могу. Ведь тема с герцовкой до сих пор актуальная, и чаще всего она неверная. Скажу суть сразу и без воды. Герцовка не дает никакого значимого преимущества в игре. По крайней мере, все эти микросекунды тебе просто не заметить. Но герцовка дает плавность в игре, которая, в свою очередь, предоставляет нам комфортные условия, благодаря которым нам легче аимить и стрелять. Я лично апнул 2500 L еще в далеком 2018 году при 60 Гц, и могу уверенно сказать, что играть так можно, но после 2 лет игры на 240 Гц я никогда не вернусь на 60, потому что мне просто некомфортно так играть. Дальше в ролике я сыграю пару игр 60 Гц и докажу, что тащить можно при любых условиях. Не знаешь, где открывать кейсы, предлагаю тебе сайт CSCase, сайт, на котором ты можешь подняться выгоднее, чем на кейсах в CSGO. На сайте есть множество тематических кейсов, а для того, чтобы открыть эти кейсы, баланс можно пополнить всеми удобными для тебя способами. Не забудь использовать мой промокод SHIK37 и получи классный бонус к пополнению. Также, если ты закинешь 2500 рублей, ты получишь еще 10% от суммы пополнения. Также на сайте есть ежедневные и еженедельные раздачи, условия очень простые. Заходи и участвуй. Откроем 5 кейсов и получаем скины, которые затем можно использовать в контрактах обмена и получить скин классом выше. Ну и не забываем про апгрейд скинов с хорошим шансом прокачки. Также есть колесо бонусов с гарантированным призом. Ну а еще на сайте можно заработать, создать свой промокод, приглашать друзей и получать до 15% с их депозита. Ссылку на сайт ты найдешь в описании. Да. Опана, 60 герц. Смотря на это. Ой. Опана, 60 герц. Опа-на, 60 герц. Красиво. Больной, что ли, а? Да ё-моё! Ого! Хорош, он аккуратно. Яму убил. Да, шо? Ой, блин. Раскидал. 50 герц. 60 герц. He's on site? Nice call. Блин. Прошел влево. Убил. Хорош. Убил. Хорош. Хорош. Да как? Не убил. Ну я считаю, я максимум выжил в ситуации, слышишь? А ты третий ловил? Я пушу сайту, я больной. Пепси, пепси. Говорю же, я больной, 60 герц. Просто 60 герц нагибатор.
Хорош. Авик за единицей слева. Б чисто. Хорош. GG, thank you for game. И как видите, 60 Гц не помешали мне настрелять 34 кило. И я вам могу гарантированно сказать, что герцовка не дает никакого преимущества, но дает комфорт, за счет которого я затем могу настреливать. То есть, как это работает? Комфортные условия равно уверенная игра, за счет чего я стреляю точнее и играю лучше. Но никакого преимущества герцовка не дает, по крайней мере, значительного. Еще у меня топ-мидл. Опа. Ну смотри, 60 Гц вообще не помешали мне их заспреить сейчас. Ага, яма. Яма это вантап. Вантапчик. Не знаю, я бы поспорила. Что за тебя, я не могу поспорить. Это легко? Я только что сам себя от Зевса спас, знаешь, этот типа так сидит и ждет. И почти убил, у него почти получилось, но 60 Гц спасли меня. Вантап, 3, 2, раз. И 60 Гц вообще не помеха. Тип даже вон, наверное, у него там 240 Гц, он даже среагировать не успел. А ведь был так? Нет, нет. Да выходи уже, чего он там раскидывает, он меня даже не читает, ё-моё. Что за фигня? Почему он на меня с прямом вышел? Он что, дурак? Я даже не топнул ни разу. Опа. Ну какой же он лука просто, а? Ничего не слышал просто из-за этой гранаты и молика. Найс трай. Итак. 60 Гц, мне удалось закончить игру со счетом 28-19, при том, что герцовка нисколечко мне не мешала, кроме моего комфорта. Немножечко привыкнуть, и я бы настреливал бы еще жестче, я в этом уверен на 100%. Проблема была только в том, что мне непривычно, и все.